Вышел новый трейлер анимации о домашних животных. Премьера фильма запланирована на 30 мая текущего года. Режиссером анимации выступил Крис Рено. В сети появился трейлер анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных 2» от режиссера Криса Рено, известного по работам над «Гадким я» и «Лоракс». Видео появилось на YouTube-канале Illumination и набрало за сутки свыше 2 миллионов просмотров. Автором сценария к мультфильму выступил Брайан Линч, «Кот в сапогах» и «Миньоны». Выход анимационной комедии ожидается 30 мая 2019 года. Известно, что героев ленты озвучивают Пэттон Освальд, Эрик Стоунстрит, Харрисон Форд, Лейк Белл, Дэна Карви и Кевин Харт. Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер мистического сериала «Покой с Умой Турман». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.